Вам когда-нибудь снилось, что вы в космическом корабле и не понимаете, где какие кнопки и как им управлять? Как вдруг он разгоняется до скорости света? Нет. Оу. Значит, я должен кое-что объяснить. Машины 60-х и 70-х заставляют сердце биться быстрее. Мне, простому американскому пареньку, хотелось приобщиться. И 42 года спустя я собрал целую коллекцию. Я идейный человек, поэтому я собрал команду мастеров, чтобы восстановить мои машины и сделать их менее вредными для планеты. Она слишком хороша, чтобы с ней что-то делать, но иначе я не могу. Почему бы не перевести их на электричество? Стоп, это же Стингрей! Ладно. Вот тебе подсказка. Ты не догадаешься. Перевод на биодизельное топливо. Верно. Кажется, у нас будут проблемы. Брать его с собой, чтобы торговаться за машину, никто скидку не сделает. Вы узнали кого-то из парней, с которыми заключали сделку? Да. Родни. Родни? Ну, железного человека. Мы, американцы, обожаем тачки, и на это есть веские причины. Мы сделаем то, чего никто еще не делал. Пристегнись, приятель. Вот поравняется со мной знаток на светофоре и спросит: «Братан, у твоей Ривьеры родной движок стоит?» А я ему: «Это гибрид». «Ты чё?» Можете запикать. Машины мечты Дауни. Я, как бы это сказать, автозадрот. Да, масло костей. Нам точно подходит такой ведущий? Смотрите в июне на Lost Film TV.